Ребята, мы на стенде Bob Street. Здесь очень много всяких интересных штучек. У меня прям глаза разбегаются. Это те редкие штучки, которые редко можно найти. Это магнитики, нашивки, знаки, толстовки, все что угодно. Бандана – это сейчас редкость. И мы вас приветствуем. Добро пожаловать на мото-зиму 2016. Здравствуйте. Да, я представляю наш стенд магазина Bob Street. Магазин культовых вещей и интересных мерчевых каких-то продуктов. У нас представлены американские и немецкие товары из каталогов официальных каких-то тоже культовых магазинов и культовых... Культовых магазинов, культовых дилеров, возможно, производителей. Культовых магазинов, культовых вещей. Повторюсь снова. У нас можно найти то, что нельзя найти во многих обычных, привычных людям товарах магазинов. Соответственно, мы предлагаем людям не только мерч Харли Дэвидсон, как многие, мы предлагаем идею. Мы предлагаем идею 50-х годов или рокабильных каких-то идей, сайкабильных. В нашем магазине можно найти не только данный мерч, но еще и вещи, как женские платья, одежда, чулки. То есть это такое олдскульное, стильное, интересное. Да, чистый олдскул, культовые вещи 50-х годов. Это рокабили, сайкабили. А вы на мото-зиме, мото-весне впервые? Нет, мы посещаем каждый раз эту выставку с большим удовольствием, потому что нам нравится давать людям то, чего они не могут взять в обычной жизни. Скажите, а вы замечаете, вот выставка уже третья международная, вы замечаете, как она с годами растет, развивается? Абсолютно точно, выставка растет, развивается. Многих людей здесь не было раньше. И сейчас я вижу, что ассортимент выставки растет в разы, просто в какой-то экспоненте невероятной. Мне это нравится. А ты, наверное, ездишь на Харлее, потому что я вижу очень много таких стильных штучек, и все такое Харли Дэвидсон. Нет, я езжу на Хонде, но Харлей я продаю, потому что Харлей не только это бренд, это идея, это культура. Это своеобразная мотокультура многих людей, которые выросли на этом. Пожелания организаторам мотозимы, а также участникам, гостям, друзьям и всем, кто здесь есть. Пожелания. Я желаю всем успеха, и организаторам я желаю и обращаюсь вновь. Мы зовемся по-другому. У нас не Bob Street, а Bob. Bob. Запомнили. Bob. Петр на конце. Спасибо огромное. Хорошие выставки. Много покупателей желаю вам. Спасибо. Спасибо большое. Всего доброго.